сетке продуктовых магазинов «Лента» попался на глаза больше то, что вы видите на экране. Упакован он в пластиковую тару, а поверх обмотан картонкой, где хранится уже вся информация про продукт. Интересно, зачем в составе экстракт ржевой? Ну да ладно, вернемся к таре. Она добротная, ее можно использовать даже без тарелки, например, там на работе, либо в походе. Но так как мы дома, то я, естественно, буду есть уже из тарелки. Что на первый взгляд попадается? Это огромное количество овощей. И практически никакого мяса. А если он есть, то кусочки такие мизерные, что грустно их показывать. По вкусу готовых блюд пока фаворите это вкусвилл. Лента все же огорчает своим борщом. Я не рекомендую его брать.